Мехмед, ты жалеешь меня? Поэтому ты здесь? Нет, не жалею. У кого из нас нет изъянов? У кого из нас нет недостатков? Кто из нас идеальный? Посмотри вокруг. Каждый человек пленник. Просто не показывает этого. Это и есть разница. Мехмед, я не хочу, чтобы ты расстраивался. Если ты думаешь, что жду от тебя чего-то, то нет. Я ничего не жду. Просто, как раньше, излей мне свою душу. Хочу, чтобы тебе стало легче. Ты самая сильная женщина, которую я только видел. Пожалуйста, заметь это. Тебя сюда не другие привели, а ты, которая не видит настоящую взрослую Суде. Хорошо. С этого момента я буду намного сильнее. Достаточно только позвонить. Только позвонить. И я буду здесь. Прощай. Мехмед, что ты здесь делаешь? Пришел навестить сюда. Что ты потерял рядом с моей женой? Ты здесь поджидаешь возможность, что ли? Твоя жена, а наша подруга. Послушай, я знаю, как ты раньше был влюблен в Суде. Послушай, товарищ, я пришел сюда только, чтобы увидеть, как себя чувствует Суде. Хорошо, больше не приходи. Приду. Потому что эта женщина нуждается в поддержке. Эта женщина очень любит тебя. Чем возиться со мной, иди и сделай счастливой свою жену. Привет. Привет. Добро пожаловать. Спасибо. Купил тебе твои любимые сладости. Благодарю, но я на диете. Как ты? Лучше чувствуешь себя? Да, хорошо. Раньше, когда спрашивали, всегда ради приличия говорила «хорошо». Но мне кажется, необходимо было то, что кто скажет, Суде, это на самом деле не в порядке. А сейчас я на самом деле хорошо себя чувствую. Все-таки я пришла сюда, чтобы почувствовать себя лучше. Ты как? Как идет твоя жизнь? В особняке без тебя очень спокойно. Хорошо же, хоть мысли свои слушаешь. Твое отсутствие чувствуется. Мое отсутствие на самом деле пошло тебе на пользу. Что врать, кажется, так и есть.
Суде. Ты на самом деле считаешь, что нашего малыша из-за меня потеряла? Считала. Но здесь человек может думать более здраво. На самом деле твоей вины нет. Есть только одно. Ты не хотел этого ребенка настолько, как я был. Хотел, Суде. И ребенка хотел, и сейчас твоего исцеления хочу. Честно. Но доктор говорит, что я заболела из-за мужа. С этим что будем делать? Ты шутишь? Ладно, да, я много раз разбивал твое сердце. Но я возмещу. После того, как выйдем отсюда, мы начнем все сначала. Оставаясь вдалеке, человек некоторые вещи видит намного лучше. Здесь у меня была возможность пробежаться и по нашим отношениям. Все будет очень хорошо, Суда. Посмотрим. Чего ты так смотришь? Сегодня твои глаза будто по-другому красиво смотрят.